Высокопоставленные сотрудники регионального ОМВД подозреваются в мошенничестве. Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов МВД России. По версии следствия, начальник одного из структурных подразделений базы в мае-июне этого года намеренно нарушила правила заключенного государственного контракта. При передаче черного металлолома коммерческой организации часть вырученных средств женщина забрала себе, а после передала руководителю, который распорядился ими по своему усмотрению. Сумма ущерба оценивается в 470 тысяч рублей. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 6 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении начальника Ивановской базы хранения ресурсов МВД России избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении его подчиненной – в виде подписки о невыезде. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.